Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Всем привет. Сколько мы должны? Я уже запутала в своих деньгах. 500. Привет. 700? 800? 820, да, там? Зай. Или мелко назвали. Зай, 820? Да, 820. А где чек? Все у тебя зай. Кто сказал? Уже 10-11, мы кто? 12. Не, меня в Москве обычно под сотку смотрят. Тебя я ни разу в жизни не называла зай. Вот прям ни разу. Тебя под сотку смотрят, потому что санписы там вместе с трансляцией. Никогда в жизни Андрей не называла зай. Ты врешь. 220 или 240? 480? Чего? Ребят, кто сегодня хочет пойти в клуб «Президент»? Я приглашаю. Кстати, я не шучу. Максимум 30 человек. Нет, у меня есть крин, как нас смотрят. На. Официантик. Секс, наркотики, секс, наркотики. Пойдемте гулять, да, я полностью за. Пойти погулять. Может, меня позвали? Слушай, ну... У меня 22. 80... Подожди, сохрани этот номер, сохрани. Мы сейчас тут. Можешь еще раз номер скинуть, пожалуйста? Да. Да ты шляпу садишь. Подожди, Аня, давай вот так. Так 30 тоже. 8-916. Да я скрыну, у тебя руки с задницы растут. Я не успела. У меня 25 и что? Смотри, там кто-то ходит. Это была трансляция назвать этот понтон или как это называется? Притон. Так а что там с клубом? Ребят, пойдемте в этот клуб какой-нибудь. Кто хочет сегодня ночью в Президент? А, это Москва. Я уже не в Москве, я уже в Питере. Тебе понравилось быть в перископе? А что такая жирная шкура? Сейчас Ваня, это... Приезжаю в Москву. Я в Москву только сегодня приехала из Москвы и поеду, наверное, туда. Дня через 4. Пойдем. Чем мы тут забыли? Подожди. Нет. Щеки больше, чем Даша. Так вам 18 нет, чтобы в клуб ходить. Смысла нету. Есть, конечно, вы что? Где Киркоров? Какой Киркоров? Пойдем. Чем мы тут сидим? Мы ведем трансляцию. Паспорт в студию?
А где мой номерок из гардероба? Студия, паспорта, вот он. Ой. А вы где сидите? Большая кухня на восстание. Погнали. Ты закончила писать? Мы будем идти с ними. Почему нас не спросили, что нам понравилось? Меня все к стене спросили, я охренела, когда там на 4000. Должны не спросили. Я думала, я их убью. Не, ну как бы, я думал, я вам запрещаю. А, смотри, даже тебе новый телевизор подарить? Ой, что-то меня никто не несет. Что?